продолжать. Мы проходим Resident Evil 4 на максимальном уровне сложности. С вами, как всегда, я все по-прежнему доцент для тех, кто, если не в курсе, вдруг мало ли. Сейчас, короче, все пристегиваем ремни, сейчас жесть будет. Демонический окунь. Так. А? Ям, лево! С крышечками Fallout будет, да не то слово. Блин, а? Сейчас прыгнет, видимо. Ага. Ага. Окунь, хранитель озера. Финальный босс-файт, ё-моё. Давай, 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 давай! Давай, 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 давай. В этот раз я знаю, как с ним драться. Экс! Ай-яй-яй-яй, кусок дерева! Блин, а! Ой-ой-ой! Дэвид Джонс всплыл! Сколько в лодке этих копий валяются, я херею! По идее, она утонуть нафиг должна сама от такого количества железа! Лена. Ага. Да! Я, блин, логики этой рыбы вообще не пойму. Вау! Зачем-то прыгает, подъезжает, снова тонет. Один бы раз бы хвостом махнула. Слушайте, по-моему, какой-то сундук валялся. Блин, правительство вообще капец просто. Леона на какую-то смертную эту отправили, я офигею. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай, бей! Могло бы быть хуже. Да. А знаете, что самое прикольное? Какого хрена здесь вырезали тот самый этот момент из оригинала, который был, где надо было квиктайм-эвент нажимать, чтобы веревку отрубить с ноги? Это же такой нежданчик был. Что-то взяли, вырезали. Странно. Всё. Он говорит, охеренный ремейк, я спать. О, ребята, я, кажется, знаю, что сейчас будет. Будут бить меня, походу. Хрена с два, там я что соберу, бляха-муха. Благослови тебя, Леон. На этот бой, да помилует президент твою душу. Послали бедолагу без денег, сейчас в опять будет. Чё вы забыли на моем болоте? Шрека разбудили!
Так. Тихо. Кукуевта! Тихо, тихо, тихо! А как я от него уйти-то должен? Нихера себе он шустрый! Ну тут срочно фыгать надо! Так. Ох, ёб твою мать. Ага. Блин, аж... Шрек... Опа-на! Глистый из жопы вылез! Надо его добивать! Воу! 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 Блин! Так, давай-ка! Охеренная тема. Так, он опять втянул обратно. Давай, Акелла! Спасай положение! Давай. Благословленные Джоном Уиком, так сказать. Не трожь бабика! Бабика, не трогай! Блин, только бы он не завалил пёселя. Я вот тогда голыми руками завалю. Тихо! Тихо, 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 тихо. Тихо. Воу! Так, давай, грызи его! Грызи его! Только не надо, пёсель! Нет, он живой! Молодец! Опа-на! Вот так делаешь, правильно! Слушайте, он, по-моему, разозлился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А-а-а! Давай! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А, блин. Опа! Давай! Ща! Давай комбо-брейкер какой-нибудь там, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо бить! Так. Засасываем траву! Мы вплотную слишком сильно подошли. Ага. Так тебе! Пёселя в команду ко мне, срочно! Фиона! Куда я попал? Чёрт, это было опасно. Где пёсель? Я его хочу себе взять. Блин, ну пёс вообще, конечно... Чё, зачем Леона отправили спасать лучшего? Лучше бы этого бы отправили, он бы реально бы всех бы спас бы. Вообще,
Ну просто за пёселя нужно реально палец вверх ставить, сердечко. Вы чё, вообще затащил? На хардкоре! Пёс говорит, ни хера себе, Леон, ты какого хера на хардкоре здесь? Я бы ему даже бы травы бы дал бы, но, блин, ну боюсь, не так оценят. А ведь представляете, где-то там, в параллельной вселенной, пёс, которого отправили на задание, спас Леона из капкана, и Леон в конце такой явился на задание с помочь псу, и начал пятку грызть вот этому великану, а после сел на камень и лаять начал. Блин, я срочно хочу DLC за пёселя. Должно быть DLC. Нафиг там какой-то Ада, Separate Ways. И это будет жанр экшена. Слэшер, так сказать. Он будет всем делать фатальный кусь.